Всем привет! Сегодня я буду слушать Джимба совместно с Хаски и его очередное творение, их очередное творение под названием «Топь». Не знаю, кто такой Джимба, первый раз я его слушать буду. Что про Хаски я все знаю, знаю. Бунтарь. Хаски-бунтарь. Надеюсь, что в этот раз он не будет сильно давить на чувства россиян, на их там указывать на недочеты, а сделает что-нибудь более гармоничное и музыкальное. Ну, начинаем. Думаю, что все со мной согласятся, а может быть, никто не согласится. Замер среди камер, где правду прикрывают белыми воротниками. Не повезло. Я ты уже видел эти лица на экране. И пусть тот, кого обманем, первым кинет меня мой могильный камень. Начинаю день нажатием на курок. Ну как-то началось так хорошо. Догорает сига, догорает срок. Братская могила, низкий потолок. И навсюду слепая вера. Шутеры в универах, шуты на Панамере. В окопы я нырну первым, это топ, а не утопия. Взгляд из-под колпаков. Страна силовиков, оков и кабаков. Над крышами мира, бамса не мира, бали бога, ты зомбирован. Мы наносим ожоги слогом, ешь и не пизди, это их слоган. На улицах кипит праведная злоба. Вокруг меня топь, я ныряю в топь, с головой в топь. Вокруг меня топь, я ныряю в топь, с головой в топь. С головой в топь. Я бы поспорила. Хорошо читаю. Преследуют меня. Ты знаешь, как пахнет Гитлер. Среди нас Гитлер. Трогает курок, клитор прячет мусорской китель. Прозум нависает и размазывая сны. Мы просыпаемся с кулящими, как мазанные псы. Топ, подними, опусти, выдыхай. Только ты собака спи, вертухай. Подними, опусти, выдыхай. Только ты собака спи, вертухай. Я думала, все, как-то закончилось все жестко. Не дослушала результат конечный. Тут должен быть конечный результат, насколько все плохо. Или вдруг все стало хорошо. Чего-то не хватает, друзья мои. Не хватает второй серии. А, все-таки второй серии нет. Ну что, мои хорошие друзья. Я, конечно, не... Бунтарь продолжает бунтовать. Если их сравнивать двоих, то вначале мне, вот если это первый был Джимба, да, Джимба, мне понравилось, как он читал, потом, как начал Хаски, я думала, что тут там это, наверное, Джимба лучше, но Хаски тоже хорошо прочитал, то есть они равноправны, прям молодцы, очень хорошо мне понравилось. Мне понравилось по музыке, вот именно вот этому по темпу, по биту. Вот. Мне понравилось, как они читали. Вот. Ну, я бы поспорила со смыслом. Если там сильно глубоко копать, или если внимательно еще переслушать, то это опять про нашу страну, про наши, так сказать, порядки и устои. И там как-то так говорит, что типа чуть ли не тоталитаризм, да? Я так понимаю. Он про это хотел сказать. Вроде бы.